Сначала информация о ЧП поступила спасателям из Крымска. Они приступили к обследованию акватории, а уже на следующий день поисковые операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту. Спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавший обнаружен и поднятый вертолет при помощи лебедки. Из видимых повреждений молодые люди получили лишь солнечные ожоги. Их доставили на базу МЧС в Сочи. Вообще первоначально за нами катера еще, но это ночью было, и катера ходили, искали нас, вот, прожекторами светили, и они очень близко от нас были. То есть мы махали руками, там кричали, ну понятно, волна уже началась, ну, сильная волна уже была. То есть вечер уже темно было. Да, и темно уже было, и поэтому как бы нас не нашли. Хотя проезжали рядом, там буквально 300 метров, наверное, где-то, да, было. Как позже рассказали молодые люди, когда они поняли, что их начало быстро относить от берега, они уже не смогли вернуться обратно. По словам спасателей, подобные ситуации редко заканчиваются благополучно, так что туристам просто очень повезло.